Чем ближе к закату, тем больше зрителей у сцены, на которой вот-вот появятся главные хедлайнеры. Впервые это белорусы – группа «Брута» и «Ляпис». Сергей Михалок на площадке появился лишь ближе к выступлению. От интервью музыкант отказался, оставив всю энергию для своих поклонников. Это мой дурацкий дэнс. Это мой дурацкий дэнс.